видео. Выход видео номер 2. Под вторым видео. В России делаем. Второй выпуск. Обзоры от Pass Vector. Так. Хотел вам показать в этом видео вот что. Купил вот щетку сюда вот. С пола. Всяких мусор вытряхивать. Потому что по нему самому приходится ходить. И вот взял щеточку, скребочек. Потом совочек взял. На и так, не замерзайку доливал. Ну что, можем на этом видео заканчивать, я тут. Ладно, шучу, сейчас покажу. Так, где ключи у меня? Так, вот что хотел показать. Так. Не, не бумагу хотел. Это личный, для личной гигиены. Так, инструкция по эксплуатации. Вот уже какой-то негодяй уже засрал ее. Так, это еще. Так, это... Новый год прошел уже у нас. Так, ящик видим, да? Бардачок, так называемый. Объем вроде неплохой. Полторашка-то влезет сюда. Влезет слегка, и нормально все. Блин. Влезает. Так, что хотел показать? Стал дуть хреновый обдув. Нету вытяжки ванного вообще. Сказали вскрыть вот этот ящик, и там должна быть сетка. Ее обстучать, продуть, и должна вытяжка снова появиться. Давайте посмотрим. Сказали, все, сделаешь сам. Значит, надо открутить. Раз, два, три самореза. Так, все, снимаем. Должна сняться. И что же снимается, блядь? Да, конечно, тут... На пизде... Снимается, блядь, ящик. Наверное, вот Наверное, вот что надо было делать. Наверное, надо было его так снять. И чё тут? И где тут? И где этот фильтр тут искать? Нету фильтра. Если только вот эту откручивать. А ключа-то нету, ключей-то нет таких маленьких. Ключей нету. Ну сними тут, посмотри тут. Нету них ничего. Че, надо брать ключи в следующий раз. Да. Ну чё тогда, бля? Ладно, хорошо. Придем в следующий раз с ключами. Так, укладываем. Thank you.
Так, ну что, друзья мои, не получилось нам вытащить фильтр, поскольку нужен шестигранник, а у меня его нету. Я хотел взять сегодня набор из машины, а вышло следующее. Я ее помыл, она замерзла вся окаянная. Дверь свою еле-еле открыл. Вот, так что давайте, друзья, до следующего раза. Мы с вами откроем все и вытащим фильтр, посмотрим. И какой инструмент нам для этого понадобится. Ну, нужна-то отвертка и шестигранник. Не знаю, для чего они там сделали шину шестигранником. А если вот так вот гнать, да? 1000 2 километров, и вот так вот что случись. И где ты возьмешь? А в комплектации он не входит, этот шестигранник. За 3 000 000. Ну, давайте, друзья мои, всего хорошего. Спасибо за просмотр. Что там, ставим лайки, подписываемся на канал, комментируем. Всем удачи, пока.